Сегодня воскресенье, город еще спит. И я одна, которая проснулась 7:30. Класс. Время 7:30. Я решила встать пораньше. Я уже принимаю свои первые поздравления. Просто посмотрите, что мне написала Настя. Это просто огромный текст, который очень запал в душу. Просто спасибо большое. Ребята, посмотрите, что у меня есть. Мои родители просто забежали ко мне в комнату с шариками, с бенгальскими огнями. Господи, вы посмотрите, там где-то цифра 6. Опа, посмотрите, мне 16 лет. Ура! И самое главное, та-дам, мой подарок. Господи, какая красота, я не могу не нарадоваться этими шариками. Ну, посмотрите, какая красота. Тем временем уже 8:06, и я сейчас пойду завтракать. Короче, завтракаю, я такая сижу, и тут раздается звонок в дверь. Открывает папа дверь, а там мои две подруги, две Насти. И они мне, короче, принесли вот такой вот классный подарок. Вы просто посмотрите. Это офигеть. Вы видите, как там много всего. Там Альпенгольд, Милка. И сколько там еще Барни. Настя, если вы смотрите это видео, а вы его точно смотрите, спасибо вам огромное. Просто я вас очень-очень сильно люблю. Это был первый раз, когда вот так вот ко мне просто пришли друзья и поздравили с раннего утра. Спасибо. Вот у нас суровая реальность. У меня нет плойки, поэтому приходится идти вот на такие вот жертвы. У меня все еще заспавшееся лицо. Я почему-то очень сонная. Ну, выгляжу очень сонно. Хотя на самом деле я вообще очень бодрячком. Все супер. Вот так вот я быстро сменила свою геолокацию. Сейчас мы отправляемся в Воронеж. Наконец-таки, я очень долго ждала этого дня, чтобы наконец-таки поехать в Воронеж. И мы будем закупаться классной одеждой. Так что погнали. Воронеж, и сейчас мы пойдем в одну маленькую кафешку, перекусим, а потом мы уже доедем до Ситиграда. Тут сейчас меня может быть плохо слышно, потому что здесь очень много машин. Да. Смотрите, это наши блинчики с маскарпоне, они очень вкусные. И чаек. Еще горячо. За вас. Мы приехали наконец-таки в Ситиград. Сейчас мы пойдем туда закупаться всякими классными вещами. Let's go! Мы наконец-таки в Ситиграде, блин! Я очень рада. Столов. То есть люди просто сидят и все, как бы столов нет. Они просто сидят на лавочках и все. Короче, мы только что затарились в H&M. И все покупки, которые мы делали сегодня, именно из H&M. Пипец. Мы уже купили все, что можно. Осталось только найти мне джинсы. Это самое сложное. Тем временем мы с родителями заказали себе по коктейлю. С днем рождения! Нюхай! Безалкогольный коктейль. Это очень вкусно. В H&M очень много всяких таких классных штук. Постоянно на них залипаю. Но раньше было как-то поинтереснее. Ребята, я очень рада. Мы наконец-таки купили все, что надо было почти. Только мы не нашли джинсы. Я очень сильно рада. Блин, вы не представляете. Мы только что были в Ашане, и сейчас время уезжать. На самом деле, мне не хочется уезжать. Мне хочется тут остаться подольше. Но надо уже ехать домой.
только что, да. Меня за это время уже задолбала маска, вот серьезно. Мне так ее лень одевать было в некоторых моментах. Я даже иногда забывала ее надевать. Я фоткалась, снимала маску, а потом, когда заходила в магазин, я понимала, что у меня нет маски, и я такая, ой, блин, я забыла надеть маску. Господи, еще мы обошли просто все магазины, и так и не нашли. Чисто. Мой папа скромный человек. Мы обошли все магазины, но я так и не нашла себе джинсы. Посмотрите, сколько у нас вещей в машине. Это еще не все. Смотрите, какой огромный пакет. Но половина у нас еще в багажнике, потому что сюда бы это все не вместилось. Да. Эй, вот я уже и дома. На самом деле я очень рада, потому что я провела этот день просто отлично, хоть я и не так уж много снимала. Сейчас у меня вот такая вот ситуация в комнате. Нужно все это разобрать. Я хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Сейчас ко мне придут гости. Так что сейчас я буду переодеваться, встречать гостей и разбирать пакеты. И, конечно же, я покажу вам все, что я купила. Смотрите, ребята, это мой торт. Вы просто посмотрите, какой он красивый. Короче, сейчас мы внепланово вышли запускать салют в честь моего дня рождения. Ой, это очень круто. Я очень счастлива. Сейчас мы уже начнем его запускать. Сейчас будет салют. Идеально. Прозвенели куранды, нифига. Это что-то значит. Это точно что-то значит. Мне 16. Я очень счастлива. Итак, ребята, я уже дома. Как видите, сзади висят мои шарики. Я просто не могу не нарадоваться этими прекрасными шариками, потому что их так много, они такие классные. Я уже включила свою подсветку, и я уже успела пофоткаться. Фотки вы можете увидеть у меня в Инстаграме. А сейчас настало время показать вам все, что мне подарили за сегодняшний день. Так, время показывать вам свои подарки. Я, честно, буду стараться их показывать быстро, потому что их много, и здесь я вложусь хотя бы в 3 минуты. Мой первый основной подарок от родителей — это беспроводные наушники. Они очень классные. Я уже успела их затестить по дороге в Воронеж, и мне очень нравится их звук. Второй подарок, который меня не менее удивил, это подарок от моих двух подруг, с которыми мы учимся в одной группе. Итак, та-да! Это вот такой вот пакет. Там очень много классных вкусняшек. Просто посмотрите. Это мои любимые чокопайки. Короче, вот такой вот классный пакет. Там очень много вкусняшек. Я не хочу сейчас это все доставать, потому что я хочу пока что, чтобы оно стояло тут аккуратненько. И следующий подарок от моей бабушки. Кто увидит, что там? Да, это не просто кукла. Во-первых, это ручная работа. Она выполнена просто офигенно качественно. Это так мило выглядит. Опа, тут кукла с сюрпризом. Там лежали денежки, которые там до сих пор лежат. И конфеты. Так что такой вот классный подарок. И следующие подарки, это то, что я купила в Воронеже. И первая вещь, которую я хочу вам показать, точнее, первый пакет из H&M. Начнем, пожалуй, вот с этого пакета. Там лежит одна вещь, но она офигенная. Так, вы готовы? Это вот такая вот классная рубашка. Вельветовая причем рубашка. Эта рубашка довольно дорогая, но она классного качества. И она офигенно сидит. Следующая покупка тоже из H&M, как ни странно. Первое, что я оттуда вытаскиваю, это вот такая вот очень-очень классная миленькая кофточка. Она мне очень понравилась. Она очень мягкая. Господи, я так рада, что я ее нашла. Ну, вообще, это кардиган, но просто на завязку. Но это смотрится очень-очень мило. Далее у нас идет комплект, в котором я, скорее всего, буду встречать Новый год, который состоит из таких прекрасных вещей. Черная юбка, хотя я черные вещи вообще почти не ношу. Села у меня на фигуре, она просто идеально. Она мне очень нравится. И вторая вещь. Это вот такая вот красивая вечерняя кофта. Короче, вот такие вот классные две вещи. Смотрится это вместе просто офигенно. У меня просто краш на этот комплект. Следующий просто огромный пакет. И тоже из H&M. Начнем, пожалуй, с самого большого, что в этом пакете только есть. Та-дам! Она просто шикарная, ребята. Вы просто не можете себе представить. Она такая милая. Я буду ходить в ней этой зимой, потому что я все это время до
27 декабря ходила в осенней куртке. Также к этой прекрасной шубе я купила вот такой вот классный шарф. Это все вместе смотрится просто бомбически, просто нереально. И последняя вещь из H&M — это вот такая вот шапка. На самом деле такие шапки, блин, мне очень нравятся на других людях. Вот, мне очень нравится. И последнее, все, что я вам покажу на сегодня из моих подарков, это покупка из Бершки. На самом деле я там искала джинсы, но джинсы я не купила, потому что мне ничего не подошло. Это вот такая вот юбка. Эта юбка офигенная. Я мерила ее летом, но она была какая-то короткая. Она мне на талии немножечко большевата. Я обязательно в ней буду ходить, потому что она очень классная. Ну, в общем-то, это было все. Вы просто видите этот бардак. У меня сейчас вся комната такая. Все, ребят, я только что все убрала. У меня наконец-таки нету бардака на полу, на кровати. И на самом деле мне очень не хочется, чтобы этот день заканчивался, потому что я столько приятностей сегодня услышала в свою сторону. Мне очень особенно приятно то, что меня поздравляли мои подписчики. Спасибо вам всем огромное за то, что вы меня поздравили. Я вас очень сильно люблю. И я думаю, что на этой ноте можно закончить видео.